Друзья, продолжаем LCL Open Cup группу А. На очереди противостояние между Торнадо Рокс и бабушкиными огурцами. Будем наблюдать, потому что сейчас Торнадо Рокс обязательно должны выигрывать, если хотят побороться за поездку. Точно так же, как и бабушкины огурчики. Последний шанс, если они вновь одерживают победу, а потом Just MSI проигрывает Торнадо Рокс, то у нас будут только две команды оставшиеся, которые уже будут бороться. И сейчас очень важно как можно дольше игры отыгрывать. Это, кстати, в свое время было, наверное, главной такой путеводной звездой команды Торнадо Рокс, отличительной чертой. Даже если они игры проигрывали, они проигрывали крайне долго. Ну, проблема скорее была в инициативности, а следствием ее продолжительность игр. А ты, Ремейнс, у меня к тебе есть вопрос. И про... Он касается команды «Бабушкины огурцы». Огурчики. Огурчики попрошу. Я знаю твою любовь к разного рода никнеймам. Скажи, когда-нибудь ты получал от них предложение присоединиться к их команде? Потому что там кренделек, пончик и так далее. Мы поговорим об этом как только... Мы поговорим вместе с Экой и узнаем, как для него идет межсезон и вообще, почему он решил остаться именно в команде Торнадо Рокс. Ну, как бы это нормальная практика, что игрок говорит, что он свободный агент, если у него нет контракта, и он просто ищет как бы любые опции для себя на следующий сезон. То есть, если у него нет контракта, то, в принципе, почему бы и нет? Остался в Торнадо Рокс, потому что я просто не нашел для себя более как бы подходящий вариант на данный момент. Ну, наверное, идеальная команда, где бы я хотел играть, это там, где нету человека, который меня бесит. Наверное, это все. Ну, мне очень сложно сейчас оценить свою форму, потому что патч новый, и все, так сказать, пики еще не раскрыты. Никакие еще сильные билды не были найдены, ну, кроме нас, Санамид, конечно. И, не знаю, посмотрим. Очень сложно сказать. И я думаю, этот турнир очень мало объективности внесет, потому что у команд даже нет возможности сыграть против друг друга с разных сторон, так как все матчи будут проходить в формате Best of One. Одно я знаю точно от Remains, значит, Эки нельзя было бы никогда играть в команде бабушкиных огурчиков, потому что из бабушкиных огурчиков можно сделать борщ с капусткой, но не красный, а вообще он меня бесит. А Эки нельзя, чтобы кто-то его бесил. Пожелаем ему удачи в этом матче. Насколько идеальной сейчас является команда Торнадо Рокс, мы узнаем чуть позже, а пока что вместе с Лодиком мы узнаем о том, как он попал в команду бабушкиных огурцов и как люди мисинтерпретируют роль позиции стрелка. Я думаю, моя команда видит во мне какой-либо потенциал, именно не развитие каких-то особых механических способностей или ротации все-таки, а дальше они видят в мне хорошего стрелка именно командного, который всегда сделает то, что от него требуется. Но я вряд ли покажу какие-то невероятные результаты, но я считаю, я могу импровиться и дальше развиваться. С Файлхартом была тяжела только первая игра с ним, потому что у нас было очень мало понимания, но могу сказать то, что синергия наработалась очень быстро, и мы более чем понимаем, что требуется от каждого из нас. Единственное мое желание — это все-таки проявить себя. Я не стремлюсь к каким-то особым результатам, к каким-то победам. Я хочу просто показать людям то, что есть еще один АДшник в СНГ, и то, что он может играть и может играть хорошо. Мое личное мнение по поводу выхода из группы наших трех команд. И я, если честно, не могу точно сказать, у кого больше шанс, у кого нет. Все-таки это будет интересная встреча, потому что с нами особо никто не играл, еще никто не знает, что мы можем показать и что может показать наш состав. Поэтому мы можем взять как неожиданностью, так и можем проиграть по какому-то опыту ротаций по отношению к другим командам. Поэтому я считаю, шансы есть у всех. Шансы продолжают оставаться у всех, но для этого бабушкиным огурцам нужно выигрывать эту игру. И Лодик уже не такой уверенный, как он был в начале. Не такой уверенный, нет действительно той самой улыбки лучезарной, которая была перед первой игрой, которую бабушкины огурчики смогли выиграть. Сейчас же уже идет бой на истощение. Одна игра за другой, и даже с учетом того, что ты играешь не серию BO3, все равно получается так, что тебе надо показывать очень разноплановую игру. Если ты этого делать не будешь, к тебе оппонент быстро привыкает и адаптируется к твоим драфтам. Сейчас же здесь есть две команды из LCL, которые свои BO5 серии в свое время отыгрывали. И, естественно, бабушкиным огурчикам будет посложнее. Что ж, вообще, кстати, у бабушкиных огурчиков относительно неплохое расписание, потому что две игры
игра, две игры в перерыв, есть время подумать, посмотреть на то, чем играют оппоненты, и потом опять две игры подряд. То есть это можно воспринять как такое либо БО2, либо БО3. Правда, против разных противников и времени на адаптацию мало, но и у противников очень мало времени, чтобы к ним Зато приятно то, что они могут понаблюдать за другими оппонентами своими и как раз-таки уже продумать свой план действий, чтобы его можно было реализовать. Ну, наверное, наблюдать — это не самое приятное дело для кибератлетов. Им хочется участвовать. Наблюдать можно и за Питером, и за чемпионатом мира, и даже за его гранд-финалом. А вот поучаствовать в нем стоит намного больше. Да, Ихару точно рад, что он поучаствовал. Да. Пока что, правда, не так много возможности ему дают раскрыться на топе. Начинается у нас драфт-фаза новой игры. Что ж, посмотрим, что команды решат банить и пикать. Пока что Ирелия уходит в бан со стороны команды Торнадо Рокс. Ну и Трандл пошел в ответочку. Посмотрим, что будет еще. Пока что в каждой игре идет бан Ирелии против Аойхару. Не хотел бы ты объяснить, вот что это значит? Я, например, в предыдущей игре вижу Фиору босса. Я думаю, вот мне кажется, Фиору что... Фиору тоже банили против босса. Это понятно. Я имею в виду, почему, допустим, босс, который планирует играть на Фиоре, да дай же ты, а Ойхаро сыграть на этой релли. Здесь, наверное, сказывается то, что большинство игроков, ну, как бы обладают небольшим чемпионом, чемпион-пулом. И все знают то, что Ойхаро отыгрывает очень много на Ирелли, то, что это в соло-кью его главный персонаж, на котором он мастер-тир свой брал, на котором он удерживался на этом рейтинге на западноевропейском сервере. Естественно, хочется убрать какие-то его комфортные пики и оставить на том, на чем он не настолько хорош. Пока что Ойхаро очень много игр играл на Маокай. Маокай одну игру зашел, остальные игры не заходил. Ну и бабушкиным огурчиком сейчас надо, как возможно, новый план уже придумывать на игру. Ну, а бан Трандла — это уже что-то интересненькое. Настолько на топе. А это значит то, что можно Маакая забирать как на ПП. Ну, да, наверное, для Дарк Солеса. Или Солеса. Солес? Солеси. Солеси. Солеси даже так. Хикарим — последний бан от ботов. От ботов. И что же у нас уйдет на ФП? Синдер доступно, ЛБ доступно. Райз в бане. Ну, ЛБ и Синдра — это пики, я бы не сказал, что высокого приоритета, потому что ни одна из команд их действительно не забирает в первом же раунде. Значит, как, иногда это происходит, и Джасты это сделали, например, в первой же игре сегодняшнего дня. Результаты это особого не дало, и, по-моему, команды решили, что в таком формате экспериментировать слишком опасно. Джасты зато для себя нашли какие-то неплохие пики. То есть, как минимум, Пух показал две хорошие игры. Показал две хорошие игры на Джинни, в дальнейшем начал появляться у нас все больше и больше танкенч, хотя были готовы Джасты к ответу на него. Очень хорошо себя Макс проявил на Зелени, и это та самая адаптация, которая необходима просто на такого рода турнирах, чтобы быстро именно принимать какие-то решения. Ну а Эко у нас будет играть на ЛБ. Маркер пока что показал нам этого чемпиона. Было видно то, что недостаточно она у него еще наиграна, чтобы так много импакта давать на игру. Ну а теперь будет интересно посмотреть, как уже Эко себя проявит. Ответный драфт от огурцов. Видно, что времени им требуется уже много. Идеи у них, наверное, свои основные заканчиваются. Ну, Маака из Реаль. Похоже на правду. Похоже на правду. Если только не захотят какого-то лесника пораньше взять, даже так. Алистар для Вайлдхарта. Это, кстати говоря, правильно, в том числе потому, что у Ракса не самый большой пул саппортов, и мы можем только предположить здесь там Браума для него и, например, ту же Кейтлин для ИКД, что уже, кстати, не самая сильная связка, если Может честно. Нами вылезти, может вылезти та же, ну, Карма находится в бане, нами, Зайра, если Ракса на ней играет, хотя сейчас Зайра по большей части уходит уже на нет, наверное, на профессиональной сцене, потому что искупление — это очень хороший и очень сильный предмет, который, естественно, большинство суппортов хотят собрать как можно раньше. Стоит он всего лишь 2100 золота, а дает кост эффективности намного больше. Но есть ощущение, что это ненадолго, что это такие эксперименты межсезона все-таки, и это отчасти заэффектит наш турнир, который будет в Санкт-Петербурге, но я думаю, что вряд ли останется на постоянной основе. Ничего страшного, потому что с такими моментами каждый раз кто-то встречается. Кейтлин Браун, все-таки, как мы с тобой предполагали, идут. Ну и что, будет ли Фомка исполнять свой пик, на котором он стоит на аватарке у него в группе, этот его тот самый самолет Корки? Тот самый Корки. Ну, почему бы и нет? Корки тоже череда бафов здесь в последнее время была, и сейчас этот пик, в принципе, может появиться на профессиональной сцене.
Другое дело то, что пока что из пиков таких, как Рингар, которого все прям супер хайпили в Solo Queue, не появляется у нас в этих играх. Кстати, Вейгар — это один из хороших пиков против Рингара, потому что Вейгар блокирует его прыжок. Против ЛБ, кстати, тоже может неплохо работать, потому что ЛБ, когда летит на дисторшене, она врезается в стенку и ничего сделать не может. Да, но правда против ЛБ это работает там, хуже, правда, потому что там у Вейгара все-таки пока стенка встанет. Другое дело то, что стенка... А вот, кстати, Люкса в начале сезона шестого была потрясающим ответом именно на ЛБ. Ее придумал... Нет, это все-таки тот самый Корки. Сколько вариантов Фомка перебрал, и я был готов к любому из них. Люкса, Вейгар, Азир, Корки, любой. Ждал, прям ждал. Я доволен. Есть два сильных танка, есть такая олдскульная... Поук-сетап в виде Изреаля, в виде Корки, которые могут на большом расстоянии свой урон наносить, и ЛБ не всегда может до этих целей добраться, потому что на большом количестве здоровья держаться против них будет крайне сложно. Вообще, я считаю, что либо у Роксов сейчас есть какая-то шикарная заготовка, либо они допустили ошибку. Нельзя забирать на первый раунд драфта ЛБ, потом увидеть Алистара и Эзриэля и не забрать себе Маукая. И Алистар, и Маукай против Леблонки — это слишком много. Особенно, когда Трандл в бане находится, это тоже очень... Такой важный пик. Потому что Маукая вы можете брать абсолютно спокойно и не париться, что Трандл будет против вас работать тоже хорошо. Правда, два сквиша, таких как Корки и Эзриэль, это для Лебланки приятная новость. И, кстати говоря, по-моему, вот новая Лебланка, кстати, Грейвс плюс Наутилус для Солеса, по-моему, новая Лебланка все-таки против Каркана работает лучше. Она все-таки лучше пушит, чем старая ЛБ. И новые, ну, и Корки, которые любят запушивать именно цели, он против нее должен работать не так хорошо. Против большинства чемпионов, когда Корки вот использовался часто в мете, тогда Корки любую линию перепушивал своего оппонента. В трейдах один на один ты его, ну, в ближнем бою выиграть никак не мог, потому что у него было очень много урона. Ну а зато потом Корки за счет своих роумов, за счет пакета мог себя найти на разных линиях. Ну и к тому же добирают сейчас еще бабушкины огурчики для себя Олафа. Три сильных танка, хороший фронтлейн получается у команды справа, плюс два паук-персонажа. Лодик пока что отыгрывает все игры на Изреале и одну игру на Джинксе. Есть ощущение, что многие игры на драфтах все-таки пока что не совсем заготовлены и обусловлены, потому что... В межсезонье новый патч, не все команды готовы. Есть какие-то новые идеи, которые они хотят реализовать. И, естественно, есть какие-то уже старые, проверенные, комфортные пики, на которых команды хотят отыгрывать. И здесь идет у команд у нас совокупность. Но все дело в том, что за последние 3-4 сезона такое количество персонажей появлялось в мете, что сейчас крайне сложно придумать что-то новое. Грейвс на топе, Грейвс в лесу, Грейвс на позиции стрелка, всякие там саппорты интересные, начиная от Трандлов, заканчивая фиддлстиксами и нами. То есть реально мета увидела очень многое, и сейчас удивить чем-то концептуально новым крайне сложно. Ну, особенно последние 2 года были такими решающими, потому что где только что не появлялось, абсолютно на разных позициях. Пришла мета гибких пиков, которых можно использовать на разные роли, и они были действительно эффективными. И сейчас тоже гибкие пики существуют, но их, конечно, стало поменьше, и поэтому читать оппонента стало попроще. Итак, друзья, смогут ли бабушкины огурчики продолжить соревнования в LCL Open Cup, или же все-таки прямо сейчас... Либо же следующая игра будет уже точно последней. Следующая игра будет последней, и игра будет за выход из группы А для того, чтобы сыграть в полуфинале в Санкт-Петербурге в следующую субботу либо против Albus Nox Luna, либо против Vega Squadron. Пока что команды, которые отыгрывают на этом турнире, играют крайне ровно. То есть в большинстве игр действительно выигрывает драфт. То есть прям видно, что один драфт аутскейлит другой, и команда понимает, как его реализовать. Ну а мы потихоньку будем переключаться уже к нашей пятой игре «Бабушкины огурчики» против команды Tornado Rocks. Вообще... Интересно, что, несмотря на новый сезон, мы не видим какого-то полного хаоса все-таки в драфтах. Да, какие-то отклонения есть, но, опять-таки, тот же Корки на миде, я бы не сказал, что это что-то, чего мы не могли бы раньше увидеть против той же ЛБ. Кстати, изнурение — это не самый лучший выбор против Лебланки, старый. Возможно, против новой лучше. Против новой будет точно лучше работать, потому что старая ЛБ тебе моментальный прокаст выдавала, и частенько изнурение ты просто не мог выдать. Сейчас ЛБ должна один скилл за другим выдавать, чтобы прокать свою печатку. И во время... У тебя есть просто окно, чтобы
изнурение по ней выдать, и чтобы максимальный урон она сдать не смогла. Димашки играет с приказом повелителя Грома. Это агрессивный Грейвс, это не совсем затанкованный Грейвс. Хотя, опять-таки, вот за такими трендами, как таланты на лесниках, или там, как там меняется итемизация на том же Грейвсе, как много раз она менялась за последний год. И с танцем смерти его собирались, и с призрачным танцором его собирали, и с пушкой его собирали. С чем только в лесу его не тарили, и тут нужно, конечно... Если так посмотреть, приказ повелителя Грома, это, наконец-таки... Очевидный выбор для Грейвса в лесу, потому что раньше у них сила столетий, либо же больше урона, что же брать. Теперь да. Сила столетий больше нет, новая мастерка на него не садится, и, естественно, этот выбор более правильный теперь. Ну, и, увы, у нас паузочка. У Антона Фомкина, по-моему, проблемы. Вообще, Фомка после предыдущей игры... О, отличная попытка. Отличная попытка. Тер, когда ты последний раз видел мейн Ургота в СНГ? Вообще, есть в СНГ мейн Ургота? Есть, есть, есть. Встречал абсолютно недавно. Знаешь, против таких ребят на топе очень неприятно играть. Фанаты Торнадо Рокс. И Генезиса. И Генезиса в отдельности. Но Генезис и Торнадо Рокс, я думаю, в ближайшем сезоне, по крайней мере, вместе работать разошлись, не будут. Разошлись, разошлись. Да. Как море корабли. И вы, конечно же... Генезис. Генезису сложно смотреть, когда Торнадо Рокс, допустим, допускает какие-то ошибки в драфте, когда они отыгрывают неправильно, потому что он до сих пор за них болеет. Душа у него лежит болеть именно за эту команду и за этот коллектив. С одной стороны, да, с другой стороны, ха-ха-ха, без меня-то, без меня, как это ремейн целый год делал с командой Альбус Рокс, которая вышла в топ-8 без него и с ним не вышла из десанта. Ну, мы слышим потихоньку звуки из игры, и игра у нас отличная попытка перевести тему, но она действительно актуальна, друзья, и мы переходим к матчу непосредственно. Здесь уже Фомка вместе с Экой потрейдились. Эка проиграл трейд. Вайлдкард подходит, но он за счет топота выдает стан. Не так-то много он смог за счет этого сделать. И, кстати, из-за того, что он взял топот, это означает, что на втором левеле комбо он выдать не может. Гумбек здесь под Димашки играет, закидывает его топорами. Инвейдить Олафа — это плохая идея. Времени потеряет сейчас Дима достаточно много. АТР, ты спрашивал Фомку все-таки... Что же значит этот загадочный кхан? Кхан? Кхан. Я не спрашивал, я просто знаю. А, окей. Ну, идет топот, стаки накапливаются, и попытался здесь Вайлдхард с Лодиком отыграть пару с Ягодой. И Ракса много здоровья потерял. Недооценивать сейчас Элистара тоже ни в коем случае нельзя, потому что персонажи произошли некоторые изменения. Так, кстати, как ты их оцениваешь? Насколько сейчас Алистар силен, не силен? Потому что мы его сегодня второй раз видим, да? Актуален. Алистар сейчас точно актуальный персонаж. И, как говорит Ликрит, в очередной раз это ультраброкен персонаж. Ну, как говорится, от любви до ненависти один шаг, да? От ультраброкен до ультра... Ненужного. Сами знаете чего, да, тоже шаг один. И не обязательно при этом шаг этот правдив. Хару как проседает, как терпит от этого Наутилуса. Вообще... Наутилус, если попадает в приятный для себя матчап, становится невыносимым практически на топе, потому что урона у него много, линию он запушивает быстро, и даже если его придут ганкать, вряд ли это увенчается успехом, особенно с новой мастеркой Колосса, когда получает... Ай, Харо! Солес не стал играть с флеша. Не хватило такого соло-кушного игнайта, чтобы добить здесь Ай, Харо, но... Ну да, Наутилус на топе с Игнайтом звучит как справедливый вообще очень. Флэш был выбит, и это самое важное. К тому же еще и на запушной линии Гумбек играет по Димашке, и кто же выиграет? Краба, кто-нибудь заберет? Нет, Гуми гонится дальше. Эка играет с флэша, получает экзост, блестящий от Фомки, забирает первую кровь. Здесь Ракса сгорает все-таки. Олаф, но как же хорошо сыграл эту ситуацию Фомка. Вайлдхард здесь, ловит стан. Лодик вместе с Фомкой пытаются закрыть. Никогда перефлешивает, но это ненадолго. Умирает Кейтлин, гонится дальше за Ракса. У Ракса еще есть флеш, и его надо отпустить. Выходит Ракса, Димашки остается в живых. Счет становится 2-1 в пользу огурцов. Два убийства на ровном месте сейчас для себя бабушкины огурчики получают. По той причине, то, что Димашки на Грейвсе решил все-таки подраться против вражеского Олафа, когда у его мидера не было достаточно большого количества здоровья. Тем более то, что Фомка запушивал, он постоянно держался на максимальном ХП. И сейчас в этой ситуации просто бабушкины огурчики были... В принципе, фаворитами. Одного Димашку винить сложно. Решение Эки, а игре с флэша — это решение Эки уже. И как бы твой лесник может ошибиться, но не надо его поддерживать в его ошибке, потому что на самом деле здесь Фомка сыграл очень здорово. Здесь даже если бы изнурение не дал бы, и Эка бы быстро забрал это убийство, мне кажется, в любом случае Фомка бы уже
на преследовании бы Эку забрал, когда тот уже выдал все, и того не оставалось ровным счетом ничего. И вот еще одна очень интересная итемизация на Грейвса, да, раш на голенников Берсерка, что мы видим сейчас от Димашки. Быстрая зачистка, быстрое передвижение, все это пригодится. И быстрая перезарядка саммонеров, что тоже немаловажно, потому что чем чаще ты можешь выбегать с призраком и своим ультимейтом... Это уже... про Луситки и Олафа, а я говорю сейчас про Берсы от Грейвса. А, от Грейвса да. Тоже, да. Берсы, к счастью или к сожалению, все-таки откат перезарядки саммонеров не дают. Любой к счастью, в любом случае. Любой БАДшник сказал бы вау этой идеи. Потому что даже... Но лучше не надо. Ну да. Разница по золоту минимальная, хоть Фомка и забрал первую кровь. Но пока что есть некоторые проблемы по фарму. В первую очередь касаются топа. Топ и в лесу тоже равенство, даже несмотря на то, что... Гумба получилось получить ассист с первого убийства, но и Димашка тоже свой ассист взял. На боте, кстати говоря, все хорошо. Эзриэль, который против Кейтлин Брауна фармит ровненько, это хороший Эзриэль. Но самое сложное начинается сейчас, когда Кейтлин покупает боевые статы, Эзриэль покупает капли. Ну так, не совсем боевые статы, то есть здесь уничтожитель на уничтожитель. Команда собирается на боте выфармливать, играть пассивно. Уайлд играет слишком агрессивно, Димашки здесь, у Уайлда проблемы. Лодик тоже подставился, пытается выйти, у него есть и флеш, и хил, пора их обоих. По крайней мере, хил бы, наверное, использовать. Да, Лодик это делает, и... Урона пока что не так много. И на развороте, кстати, бабушкины огурчики, даже с учетом того, что использовали хил, смогли хороший трейд для себя провести. У Эки вновь половина здоровья. Фомка прекрасно понимает, как в этом матчапе надо отыгрывать. У Фомки был очень сильный Корки, если я правильно помню, на момент, когда Корки... Ой, на боте драка, Вайлд еле живой, получает щит, Гумбик идет дальше, Ракса забирают, у ЕКД проблемы, но ЕКД выживет, и отлично драку провели. Огурцы! И вот вам очередное доказательство теоремы того, что на Изреале W надо качать. Обязательно W надо качать, и Лодик смог нанести те самые 50 урона, которые так были необходимы. Генезис просто в шоке. От этой игры Роксов, когда сейчас Роксы находятся под большой угрозой. Ну, Гумбек в этой игре вновь переигрывает Димашки, можно так сказать, потому что... Ну, точнее, мстит за встречу, которая была в прошлый раз, так как тогда ровным счетом ничего не смог сделать Гумбек, бегая на своем Хикариме против Рексай. Сейчас же точно так же Димашки на Грейвсе себя не находит. У него 0-0-1 счет, фарма у него меньше, чем у Олафа, а Олаф сейчас будет все больше и больше прессинговать вражескую карту. Другое дело то, что у Айхару не так все сладко на топе против Солеси, но один Солеси здесь как-то исход матча этот решить не сможет, скорее всего. Вообще, я бы хотел похвалить сегодня, наверное, отыгрыш немножко Вайлдхарта, потому что он тот саппорт, который всегда играл на грани. Просто иногда эта грань у него была со счета 0-6. Иногда эта грань была Жанна с флеша, которая играет, чтобы ультимейтом кого-то чтобы W дать там по, не знаю, там по Хикариму, который ультует от него. Вот как-то так. Но сейчас это Вайлд, который играет на грани, играет очень опасно, но умирает он сегодня достаточно мало. И... Как бы это хорошо ситуация, здорово, да. Видимо, для него идет большой плюс, когда он берет эти небольшие перерывы в игровой карьере, потом возвращается и полон мотивации. Бомба без гаста. Есть Рагнарёк, Дарк Солесия. Опс. Не попал якорем, а и не надо было, потому неприятный что утянулся бы за Олафом под Рагнарёком, там подошел бы Алистар с экзостом и со всем наличествующим. И с Лодиком. Да, и Лодик был бы неподалеку. Так что это было бы опасно на миде. Лебланка там что-то прыгает, а Фомка ее перефармливает на 10 миньонов. И у Фомки все прекрасно. В принципе, работают корки в данный момент точно так же, как и просто против старой лобы. Не получается у Эки запушивать, потому что каждый раз, когда он тратит дисторшн, корки бежит вперед и дает свои автоатаки, использует свои способности на ЛБ, а отвечать ей уже нечем. Ну это, я думаю, пройдет время, и люди поймут все-таки, что, возможно, новый ЛБ и не надо играть-то как на старый ЛБ, потому что если ты играешь не как на старый ЛБ, а у нее нет тех вещей, почему на ней так раньше играли, то есть этой бурстовости, этой неуловимости, которая раньше ее и отличала, сейчас все-таки ЛБ другая, и на ней надо все-таки время игрокам и командам тоже, чтобы адаптироваться. Как мы видим, уже вторая команда рискует, думая то, что этот пик они смогут реализовать, но мы видим, что Фомка не отпускает ЛБ с линии, и она вынуждена все время стоять на миде, защищать свою вышку, пока Лодик с Вайлдхартом
перемещаются по карте, им постоянно помогает Олаф, и вышки будут падать одна за другой. Прикольно. В этом плане Корки хорош был и против ТФ раньше, и против ЛБ, и против, в принципе, любого ассасина. Если вы вдруг не позволите ему себя убивать, потому что бывало и такое тоже. Ну а здесь нет времени у Роксов, чтобы помогать своему мидеру. Каждый сам за себя, и тренер команды Огурцов Таурен очень обсуждает рад эту игру и думает о том, как же играть тайбрейкер дальше, когда мы выиграем этих Роксов. Если мы выиграем этих Роксов, потому что, да, 2500 преимущества — это приятно. И это достаточно много, но... Кстати, а у нас Таурен играл когда-то в Роксах, нет? Таурен в Роксах, по-моему, на замене, по-моему, был. Возможно, да. Достаточно много игроков в команде Рокс отыграло за все время существования этой организации в СНГ, в том числе и Фомка. Ну и из всех игроков Огурцов, по-моему, только Фомка и есть. Владик здесь больно получил. Все-таки появляется у ЕКД уже и берсы есть и кирка, когда проходит сеточка. Ульта пошла от Вайлда, и идут вперед. Лодик получает много урона. Здесь Ауэйхару, Лодик, ульту Кейтлин ловит. Это ульта на Удилус, прошу прощения, и умирает. Тем временем по Димашке играет Ауэйхару. Здесь появляется Эко. Очень глубокий и очень опасный дайв. Корки был вообще не здесь. Хару дальше пытается добить Димашку. У него не получается это сделать. Появляется Фомка с Олесей. Может долго его танковать. У Фомки есть и не баф, но нет, даже ботинка. Надо отступать. Фомке рисковать нельзя. Да, у него есть пакет. И здесь, если он увидит Димашки по Димашке, он может сам отыграть. Но Фомка летит играть по Эке. Кидает свое изнурение. У Эка проблемы. И Эка отступает. Ну, Фомка сейчас, может, мид запушит, но достаточно много отдали сейчас Огурцы. Глубоко побежали. У них сразу же не получилось убить ЕКД. ЕКД выиграл много времени для своей команды, чтобы те стянулись, чтобы сдал свой телепорт Дарк Солесе. Ну и Гумбек танковал все это время урон, который наносили по нему команда Торнадо Рокс. Кстати, я обратил внимание, это можно даже назвать фирменным стилем Гумбека. Он выходит на линии по линии, чтобы впушить, а потом, может быть, даже давить. И мне кажется, когда команды поймут, что Гумба это делает достаточно часто, они начнут его сильно за это наказывать. Пока что не до конца понимают это. И ну, здесь все-таки не одно БО3 за БО5 надо играть, здесь БО1. И прочитать такие моменты крайне сложно во время игры бывает. Это уже когда ты более глубоко начинаешь анализировать, а здесь командам надо еще подумать над тем, какими персонажами самим играть. Да, здесь важнее понять, как ты играешь, чем как играть против противника. Это все-таки уже next-level-ная такая вещь. Вот нам повтор показывают. Здесь Вайлдхард сыграл просто замечательно. Он сдал ультимейт, он выиграл много времени для своей команды. Там еще получилось у Солеси достать своей ультой по Лодику, чтобы тот не смог спастись. Ну и по итогам получается драка все-таки выигрышная для Торнадо Рокс. Они сейчас на 1000 возвращаются по золоту. И если еще одну такую драку выиграют, то вполне вероятно, что у нас уже будет паритет. Интересно, что в итоге будет собирать себе Фомка. Раньше была популярная атомизация Троесный союз плюс Грань бесконечности. Именно переделывание Троесного союза Корки во многом и убило, потому что магические криты, которые вылетали, были слишком невыносимо сложными. Тот самый Power Spike, который ты получал на одном предмете, был невероятно сильным. И в тот момент Корки, в принципе, дуэлил практически любого чемпиона. Сейчас же, если посмотреть на его атомизацию, то это все-таки должна быть Грань бесконечности и Тройственный союз. Это очень дорого, но на этих двух слотах Корки тоже все еще будет силен. Ну, как, впрочем, и очень много других персонажей. Раньше он на этих предслотах был просто слишком силен. Сейчас есть еще и другой вариант, когда ты собираешь все-таки крит-предмет вторым. Но это подешевле. Димашку поймали, Эко подходит сюда. Димашки много хп потерял, идут дальше. Хотят сыграть по ЛБ. Гумба, ой, Эко вышел, да, от Гумба. Ну, Гумба сейчас в этой стадии игры и получает побольше по себе урона. Лодик здесь не должен лететь вперед. Поймает стан от Браума и в дальнейшем погибнет уже от Кейтлин. Кейтлин все свои предметики какие-то начинает улучшать. Как же больно здесь Паузи влетает еще буквально. Там можно было флеш-ракету давать, на самом деле. Там пытаться. Как раз-таки красная недавно вылетала, ему надо было как минимум две ракеты кидать. Наверное, да. О, Огурцы чувствуют себя более чем комфортно. Эта группа становится все более и более сложной сейчас, потому что если вдруг Огурцы выигрывают этот матч, третья игра Роксов и Джастов становится невероятно важной, и тогда уже Роксы находятся в положении либо выигрывай, либо прощай. И Т1 на миде упадет в пользу. Нет, пока еще не падает, отступают, подходят и Наутилус, и Грейвс, и Лебланка сюда. Солеси приходит, защищает свою вышку, и
против Наутилуса бороться все-таки посложнее получается. Да, у него все еще нет ни накидки солнечного пламени, ни готового облачения духов, но даже этих предметов сейчас достаточно, чтобы вытанковывать достаточно много урона. В отличие от многих других танков, у Наутилуса родного урона более чем достаточно, чтобы... Ох, красиво. Быстро и красиво. Да, дисторшн, потом ждешь 2 секунды, кидаешь... свою печатку с кушки, и линия запушивается. Это можно достаточно рано показывать. Просто когда ты это делаешь против таких чемпионов, как Корки, Корки тебя наказывает. Да, дисторшн вперед давать нельзя. Дисторшн в принципе давать нельзя, потому что очень больно сразу же получишь и прокет Андерлорда, и пулемет, и потом еще и ракету в спину. В общем, это все нехорошие новости для такого ассасина, как Лебланк. Игра у нас слегка приуспокоилась. Сейчас лесники уже не забегают во вражеский лес, чтобы кого-то найти, подловить и уже потом за счет этого драку устроить. Счет 4-5 после дайва на топе все еще у нас держится, а вот вышки не падают. Димашки 0-0-4. Пытается себя найти вторым предметом. Видимо, планирует пойти на черный скиру. Вайлдкард идет в агрессию по ЕКД. Опять ставит Ракса. Очень хороший щит. Вайлд танкует просто безумно долго. Ракса ультует. Пытается отойти. ЕКД ловит мистический выстрел от Лодика. Пытается развернуться. Это безумно долгий, медленный ол-ин с двух саппортов танков. И... два саппорта танка плюс постоянно вот эти ловушки, которые летят. Гумбек сейчас заходит во вражеский лес. Здесь его находит Димашки. Димашки вперед вряд ли должен лететь. И... Эко продолжает защищать свою вышку постоянно, минус ловя 30. Ракеты. Минус 30 за 16 минут. Это действительно много. Это действительно потрясающий перформанс от Фомки. Единственное, что он упустил один роум Лебланке на ошибки его собственной команды, когда ребята решили дайвить слишком глубоко. Ну, а там сейчас... еще совокупность такая получилась, то, что Фомка в этот момент практически возвращался на базу, чтобы поднять свой пакет взрыв. И ну, сейчас, наконец-таки, вышку он продавить смог. И свое преимущество бабушкиной огурчики продолжает наращивать. Все-таки смогли найти момент. Вышки Т1 еще на топе остается, которые они могут забрать. А вот когда Роксы смогут добраться до вражеских вышек, это уже не совсем ясно. У ЕКД появляется грань бесконечности. Такая необычная итемизация для Кейтлин. Кейтлин все-таки предпочитают пораньше собрать Ураган Рунана. А это зависит. Мы видели, ну, на чемпионате мира, что все рашили грань бесконечности. И... ну, не все. Но многие. Многие это делали. Вайлдхард хотел сыграть по Солесу. Солес сыграл очень красиво и не позволил Алистару с собой что-либо сделать. Ну и там, в любом случае, этому Наутилусу не угрожало бы абсолютно ничего. Солесе сейчас вынужден будет пойти на топ, отдавать вышку, конечно же, неприятно, но телепорт он тратить не имеет права, потому что всегда надо искать такие моменты, когда можно было бы присоединиться к своей команде. Лодик здесь наглеет, сейчас можно такой икрит выстрела в голову получить. А я думаю, что он наглеет, потому что он знает, если кто-то решит по нему сыграть, у него есть на подстраховке кое-кто с пакетом, который готов. А вот и он, а вот и игра, а вот и боль для Димашки, и Ракса тоже умирает. Димашки по Ракса дальше идут играть. Лодик играет в агрессию по ЕКД. Появляется Эко, хочет убить Хана Фомку, убивает Хана Фомку, выпрыгивает обратно. Тем временем Гумба, Эко его пытается обмануть. За ЕКД гонится Вайлдхард, Гумба включает Рагнарёк, убивают Браума, Лодика принимает Эко. Тем временем Гумба не погонится дальше за Лебланкой, но и Эки здесь двоих убить, скорее всего, не удастся. Как же не хватило здесь Солеси. Если бы он пришел, то драку можно было перевернуть. Но Айхару свой телепорт пытался, по-моему, сдать, да, но ему Солеси его сбил. Ну, вообще, очень красиво сыграно, и здесь Лодик изначально бейтил в это. Повелись Роксы, ой, Эко ловит Хару, подвязывает его, Хару больно. Но телепорт на Утилуса. Гумба пытается подстраховать. Здесь Вайлдхард. Эко выходит. А ой, Хару подвязывают. Подвязывает сейчас Лебланка. Вайлдхарта забирает его. Как больно. Здесь. Алистару. А вот и огненный дракон, которого тут на Утилус уже почти в соло убил. И это просто легчайший огненный дракон для команды. Здесь скорее бабушкины огурчики этого дракона брали. Солеси добрался до момента, когда он запушил топ, сдал спокойный телепорт, пришел на подмогу своей команде, забрал огненного дракона. К тому же еще и убийство получили. Здесь пожадничали бабушкины огурчики, за что и были наказаны. Кстати, Солеси очень хладнокровный топер. Он не похож на парня, который играет свой первый лан, серьезный лан-финал и там допускает типичные ошибки. Скорее, он похож на топера, который так умудрен опытом и смотрит на все эти типичные ошибки противников и наказывает их очень легко за них. Пока что он именно так себя и позиционирует. Главное, чтобы и в дальнейшем он
именно развивался, потому что последний год для Солеси был удачным, так как многие его отмечали и замечали. И вполне вероятно то, что в следующем сезоне LCL он продолжит играть в каком-то из составов. Может, даже и останется в Торнадо Рокс. Пока что единственный огурчик, который не является бабушкиным, это огурчик Маукая, потому что он не может отпушить на боте. Тем временем на топе драка. Солеси много урона получает от фомки и Лодика. Появляется Эх, пытается по Лодику сыграть. При этом Вайлд идет дальше. Димашки еле живой, ультая Эзриэля, прошивает Димашку, забирает его Лодик. Прекрасная игра сейчас от стрелка команды бабушкиных огурцов. Идут дальше боты. А Ойхару тем временем потерял Т1 на боте. Лебланка подвязывает Олаф, а как бы это ни было, и Т2 для команды. А это будет? Рокс на оба боте. Оба карьера остается сейчас Солеси. И Эко никак не могут защитить эту вышку. Сколько урона войдет, Вайлдхард не умрет. Такой Лебланки, конечно. Вайлд еще и прожал свой ультимейт на всякий случай, чтобы мало ли не отдать убийство. Но тем не менее, две вышки упало. У Ихару вышку Т2 на топе защитить смог. Ракса сейчас успевает вернуться. Ой, ну это была бы самая долгая и скучная драка на планете. Маукай против Браума. Кстати, обратите внимание, пистолетик у господина Фомки. И это будет у нас Ганблейд. Это будет Ганблейд. Интересно. Очень интересное решение от Фомки. Очевидно, что он тоже по-своему интерпретировал изменения в мете. И вот такие билды подготовил для Корки. Такой все-таки именно гибридного урона у Корки крайне много. Наверное, все-таки один из таких главных персонажей, у кого его действительно хватает. Я бы сказал так, на более старом Корке гибридность урона зависела от атомизации. На новом Корке гибридность урона зависит от его, по сути, скиллсета больше, чем от того, какие предметы он собирает. Я имею в виду, там, если брать и автоатаки сейчас, это как дополнительный скилл можно брать. Потому что ой, подставляется Солеси, здесь Вайлдхард, Солеси перефлешивает. Дальше идет, у Лодика урона уже много, потому что появляется Мурамана. Но Солеси, потратив флеш, выживает. Ну, кстати, следующим предметом для себя Солеси, ну, точнее, Лодик будет покупать Малмортиус. Уже Хиггсдринкер есть готовый. И боится все-таки то, что его могут забурстить такие персонажи, как ЛБ. Хотя недооценивать Димашку на Грейвсе и Кейтлин ни в коем случае тоже нельзя, потому что у них физического урона хватает. Малмортиус, кстати, стал более неудобным предметом, потому что теперь он вместо пробивания брони, он дает, по-моему, откат перезарядки 10%. Да, 10%. И вот Эзриэлю, когда у тебя есть троечный союз и ботинки как раз ионийские, да, у тебя уже 30-ка, у тебя в синих, ну, в принципе, можно брать как раз тот самый откат перезарядки, и получается, что этот Малмортиус особо некуда пихать. Но это особенность последних как раз двух лет. В принципе, можно и ионийские ботинки не брать тогда. Ну, можно, да, но он их взял уже, потому что это на самом деле слишком легко в эрли-гейме, потому что Малмортиус ты соберешь поздно, он стоит дорого, он такой все-таки более поздний предмет. Хотя, нужный. Если прямо сейчас на него Лодик пойдет, то соберет его крайне рано здесь. Да, у Солеси есть неплохая затанкованность, но вторым предметом он вынужден идти на магическое сопротивление, поэтому чистого армора у него будет не настолько много. Этот предмет, наверное, против Лебланки тоже должен здорово работать, который включает тебе магический щит на следующие несколько секунд. Но сложно, потому что там время все-таки достаточно долгое должно. Вам 2.5 секунды должно пройти, чтобы этот щит у тебя включился. Полторы. Не всегда это с Лебланкой может сработать. Но тем временем... Грань ночи. И сейчас бабушкины огурчики эту игру отпускать не хотят. Пока все они не бегают, просто используют своих персонажей. Корки из Реали. Предметы у них есть хорошие. Пауэрспайки они свои получили. За счет своих танков они могут просто с большого расстояния постоянно заполкивать. А по вышкам играют уже крайне быстро. Важно понимать при этом, что у огурцов лейт не такой сильный, как он может быть у команды Рокс. Потому что... О, тут Фомка начинает хихикать и скрипеть. Сложно понять, что это делает. Корки, пошел пакет. И... Это был пакет на передвижение. Это был просто пакет. Да. Скорее всего, он уже заканчивался, и Фомка решил здесь как, знаешь, в магазине тебя спрашивают, вам пакет нужен? Ты такой, Фомка, не, мне не нужен. И полетел сразу в сторону в райтов. Я со своей сумкой пришел. Авоську взял, огурчики положить. Душевно. 4000 сохраняются. Торнадо Рокс все еще ищут возможности для себя, кого бы где-то подловить, где-то спушить вышку, но на топе Ойхару постоянно сдерживает, за счет чего, ну, пачка миньонов, за счет чего у него сейчас самый большой фарм на карте. И, конечно же, Солеси уже против такого Мака один на один тоже вряд ли что-то сможет сделать. Олаф поймать невозможно. Вообще сложно сейчас огурцам что-то придумать до следующего дракона, и следующего дракона Роксы могут спокойно отдать, просто ждать, пока Кейтлин станет
монстром, с которым огурцам придется очень сложно. Вайлд теряет половину здоровья от прокаста ЛБ. Поест сухофруктов. ЕКД сейчас возвращается на тотеме. Правда, там его никто сбить не сможет, только если бы Лотик использовал свой ультимейт. А, и... это огненный, кстати говоря. Это немаловажно. Одного огненного для себя Торнадо Рокс забрали. А первый был какой у ботов? Первый, по-моему, воздушный был. Но точно не огненный. То есть это... Один огненный будет у огурцов, один будет у Роксов. Если только из позиции прокатился щиточек. Не полетели дальше. Огурцы. Ну и 8% силы атаки и силы умений. Особенно выгодно, когда у тебя два персонажа обладают таким гибридным уроном. То есть для Корки это прям идеально идет. Вайлд играет по ЕКД агрессивно. Ну, да, давить Лоди настолько бывает опасно. Поэтому. А, они не давят. Кто-то не готовы отвечать на этот акцент, потому что Лебланка возвращалась на базу. Рабадон у нее все еще... Ой! Больно как ЕКД сейчас пришлось. Прыгает так и вперед. Ну, тоже ловит автоатаку сейчас от Лодика, еще ракету от Корки. И... Играет Хару по Димашке с флеша, минус Димашке. Драка продолжается, Хару подвязали, Эк пытается что-то придумать. Хару отступает, его выцепляет Салеси каким-то чудом. И КД выпрыгивает из драки, тем временем все-таки забрал Маукая на Утилус, Гумба под Рагнарёком. И... Четвером все еще живы Торнадо Рокс. Лотику надо играть поосторожнее здесь. Выплэшивается тем временем Лебланка. Убивается об Фомку. Салеси не вытанкует до бесконечности Фомку и Лодика. Салеси цепляет Фомку. Не лучшая цель. ЕКД еле живой. Лодик играет по нему. Съешки забирает Кейтлин. И это сторона для бабушкиных огурцов. Что же этот Корки сейчас вытворяет? Просто никто не может рассчитать, сколько урона он по тебе вольет. Буквально идет ракета, автоатака и... ЛБ теряет половину здоровья. Ну а Салеси уже не ожидал, что все еще осталось изнурение, которое не позволило ему хоть что-то сделать в драке. И он не ожидал, что он зацепит, по-моему, Корки, а не Олафа, у которого почти не было ХП, и за счет этого так и получилось. Ну и у Лодика почти половину драки был красный ваф, он выносил какие-то сумасшедшие количество урона. Он, кстати, очень давно не возвращался. Мне кажется, у него сейчас золото что-то в районе там 2500, поэтому... Там и, там и у Фомки все должно Эзреаль быть. И Корки сейчас так. Слотецкие свои еще дособирают. Малмортиус одним кликом. О, и еще Кирка. Еще и Кирка появляется. Ну, у Фомки все поскромнее, по крайней мере. А, он еще не возвращался на базу, по-моему. Вот как раз повтор. Димашки убили просто в один момент. Все это еще и происходило во время дайва. Салеси пытался быстро убить Ауихару, потом присоединиться к своей команде. Ну и за счет того, что Вайлдхард вместе с Гумбеком залетели далеко, их смогли разобрать. Все-таки надо все время держаться рядом со своими кэрри, чтобы те смогли бы наносить уроны. Потому что сейчас бэклайн у бабушкиных огурчиков действительно силен. Как говорит один известный ведущий, берегите себя и своих кэрри. Важное очень правило. Эко тем временем. Хотел сыграть по Вайлду, не получилось. Телепорт. И Гумбек пытается убить ЕКД под Рагнарёком. ЕКД не смог задуэлить этого Олафа. Правда, теперь... и Олаф сейчас, скорее всего, погибнет. О, это размен хороший в любом случае. Это размен очень хороший, потому что без Кейтлин, без ловушек будет крайне просто бабушкиным огурчиком продолжать осаждать своего оппонента. А тем временем Фомка на боте вышку забирает. Просто как же хладнокровно сейчас огурчики идут вперед. Да уж, 1-6 Кейтлин от ЕКД. Это похоже на некоторые его счета, которые он любит в одиночных играх показывать, когда у него не... Ну, мы не так часто видим такое на про-сцене. Да, безусловно. Ну, а Фомка 3-1-6 включился и пытается показать, что все, что было в прошлых играх, для него значения не имеет. Проблема в другом заключается, что уже, может быть, не все от огурцов и зависит. Потому что если Джасты обыграют Роксов в последнем матче сегодняшнего дня, он действительно станет последним. Если же, соответственно, Джасты, ну, если все пройдет в этом матче, как выглядит сейчас, а выглядит, как будто огурцы побеждают, если же Роксы, соответственно, проиграют сейчас огурцам, а потом обыграют Джастов, нас ожидает 7-й на сегодня тайбрейк матч. Ну, гадать мы не будем, посмотрим, как все будет на самом деле. Ну, мы это с тобой знаем, что, как говорится, 7 матчей не откомментировал, турнир не увидел, поэтому... Все ради зрелищности, потому что давно у нас не проходило турниров, уже целых 3 месяца. Для наших профессиональных команд можно здесь и размяться, посмотреть, кто в какой форме находится, да и себя показать. Особенно это хорошая возможность для таких игроков, как Лоди, как Салеси.
Да, в принципе, для абсолютно всех, потому что вся команда «Бабушкиных огурцов» себя показывает. В любом случае, даже если вдруг «Бабушкины огурцы», несмотря на то, что они там Лигу претендентов прошли... Оп, тут Барон, ладно, поговорим об этом всем позже. Барон на 8000 хп, на 7 абсолютно все равно огурцам на то, что противник видит и идет сюда. Ракса подходит, Ракса ультует, полетел Фомка, вылетел из Барон Пита зачем-то. Барона забирает олов, идут дальше огурцы, у Димашки проблемы. Ракса забрали, ЕКД под фокусом, Димашки еле живой. ЕКД взрывают, гонятся дальше. Идет сейчас телепорт от Маукая на мид. Хотят сразу же заканчивать эту игру. Бабушки на огурцы, и у них все еще шансы. 4 убийства они сделали. И 40 секунд есть у них еще для того, чтобы это все осуществить. Замариновали сейчас команду Торнадо Рокс бабушкины огурчики. И показывают, что они-то действительно могут разбираться, какие соления правильные сейчас. Очень легко бабушкины огурчики выигрывают драку, не теряя никого, забирая на шоры, имея 8000 преимущества. После этой драки даже больше, спокойно идут к своей победе в очередной игре. И если первый раз бабушкины огурчики обыграли команду Team Just, то сейчас они обыгрывают Торнадо Рокс. То есть у нас второй круг идет чуточку иначе. Сейчас у команды Just MSI 2-1, у команды бабушкиных огурцов 2-2. И они заканчивают свое выступление. В официальном раунде нас может еще ждать их игра, соответственно, в тайбрейк матче. Ну и что касается команды Торнадо Рокс, то у них сейчас счет 1-2. И очень многое зависит от их следующего противостояния против команды Just MSI. Не пошла игра у Роксов совершенно. Ну, если в первой игре против Джастов казалось бы, то, что они ошиблись драфтом и Джасты подобрали драфт посильнее, и они действительно понимают, как им отыгрывать, отыграли правильно, то сейчас Торнадо Рокс были потеряны с самого начала, то есть они не ожидали, что вообще могут взять огурчики. Огурчики показали неплохую связку через 3 танков и 2 таких гибридных кэрри, которые заполкивали на осадах, демонстрировали себя хорошо, и к тому же совершенно не знали, какой силы сейчас Корки как чемпион вообще находится. Фомка просто такой: так, разойдись, я иду первым пожимать руку, потому что мой каркач заслужил быть, так сказать, пожинным первым. Ну и я подмечу твои слова, то, что действительно Wildheart радует, потому что он сейчас игру чувствует намного увереннее, чем это было вот в последнем сезоне, когда он играл за Вегу. Ну а Роксам предстоит сейчас противостояние против команды Just MSI, которая может стать последней игрой на сегодня, а может и не стать, друзья. И после небольшого перерыва мы вернемся и узнаем, кто же сильнее, Just MSI, Рокс, и кто же все-таки выйдет из группы А, чтобы сыграть в полуфиналах в Санкт-Петербурге. Никуда не уходить.